так и дальше по сезону наращивать форму, наращивать результаты. Ну и от Юлии Скоковой ждем улучшения личного рекорда. 1:57.20. Результат, в принципе, неплохой, но если учесть, что результат этот был установлен еще в декабре 2011 года в Херенвейне, то, в общем, вполне можно претендовать на его побитие. Соперница хорошая, Йорин Верхойс, опытнейшая голландка, 1:55.20 в феврале 2011 года в Калгари бегала Верхойс, в этом сезоне 1:58.67 в Херенвейне показала. Юля не участвовала в этом году на национальном отборе, именно на дистанции 1500 метров. Она стала серебряной на 1000 и четвертой на 3000 метров. И, ну, вот это и предыдущие ее достижения там, в Кубке мира. 20-й она была по итогам прошлого сезона, позволили ей быть в группе А, быть на Кубке мира снова в группе сильнейших. Ну, Юлия Скокова седьмую позицию заняла на чемпионате мира. И вот это главное основание ее отбора на Кубке мира. И то, что ей не нужно было бежать полуторку. Лучшей она была из наших девушек в Сочи на чемпионате мира. Юлия Скокова тоже опытный боец. Может быть, немножечко недооценивают ее периодически. Как-то она так за спинами Шихова и Лобышева и все время показывала свои результаты. Сейчас еще и Оля Граф в какие-то моменты ее опережала. Но, тем не менее, еще раз повторюсь те слова, которые говорил я накануне. Юлия Скокова очень надежный боец в составе командной гонки. И я думаю, что тренеры очень на нее рассчитывают. Да, конечно, есть и лидеры, но у нас... На самом деле очень хорошая сейчас конкуренция за место в составе. Есть вот Шихова, есть Лобышева, есть Граф, есть Скокова. И можно еще, в общем, подумать о каких-то именах. Ну вот Юле тяжеловато немножечко дается финиш, но правда и хорошая скорость по ходу дистанции. И она, посмотрите, голландку-то пока обыгрывает. И в принципе впереди нее выходит на финишную прямую. Не сдаваться и бороться за каждый метр, за каждую секунду, чтобы получился хороший результат. Получился у Юли хороший результат. Личный рекорд 1:55.27 и 1:55.54 у Верхес. Ну что ж, почти 2 секунды Юля с личного рекорда сбросила. Очень серьезное улучшение. Да, еще раз повторюсь, прежний личный был из Херенвейна. Конечно, каток в Херенвейне классный каток, но по скорости катку в Калгари проигрывает. Поэтому, ну, 2 секунды все равно это много. На 2 секунды личный.